Сильнейшая метель, не прекращающаяся в Омске уже 2 дня, сегодня просто парализовала город. На дорогах этим утром 10-бальные пробки. Стоят все основные магистрали. Люди добираются до работы с многочасовым опозданием. Осложняют ситуацию многочисленные аварии. К этому часу зафиксировано уже больше 20 ДТП. Практически все из-за того, что машины просто заносят на дорогах. Сменить летнюю резину на зимнюю успели далеко не все. Коммунальщики еще ночью вывели на улице свыше 100 единиц снегоуборочной техники. Но пока расчистить город от снега удается с трудом. А синоптики объявили штормовое предупреждение.